Ты молодец, так держать. Приветствую тебя, друг. Слышал, ты подорвал клан Саванов их собственными минами. Смелый поступок. Может, у меня получится сделать эти мины еще мощнее. Говорят, Саваны работают над новым поколением мин, и работа еще не закончена. Найдешь мне такую мину, я смогу улучшить и твои мины-машинки. Итак, тебе нужно просто вернуться в логово Саванов и найти мне один из прототипов, если ты не против. Договорились. Принеси мне мину, я изучу ее и улучшу твои. Thank you.
Укрытие!
Смотрите! Бросай осколочную! Граната! Отлично. Очень хорошо. С этими схемами мы соберем мощные мины-машинки. Надеюсь, улучшенные машинки тебе помогут. Помимо более мощного взрыва, они производят электромагнитный импульс, который вырубает все приборы с электрическими проводами, включая и правительственные.
Молодец. Вот твоя награда. До скорой встречи, надеюсь. И снова здравствуй, друг. Да, мой друг, пора узнать в точности, что именно ты принес. Дай-ка мне взглянуть. О, интересно. Очень мощная штука. Бандиты становятся все умней. Что это? Постой. Дай подумать. А если... Дай-ка мне минутку. Ты только посмотри. Ну и ну. Конечно, видишь ли, ты принес мне кое-что очень интересное и мощное.
Я день и ночь работаю над новым оружием для сопротивления. Оружием, которое напугает даже правительство. Я добился некоторого успеха. Если впрыскивать простые цепочки нанотритов прямо в объект, можно управлять им, но не слишком долго. Боюсь, в конце концов, жертва получает критическую дозу нанотритов и просто взрывается. Грязно, недолго, и тем не менее потенциал мощный. Но этот яд, который ты так любезно мне предоставил, как раз то, чего мне не хватало для полного завершения. Дай мне только пару минут. Отлично. Вот оно. Дивно. Весьма неплохо. Итак, я все упакую, и ты можешь это забрать. Сегодня важный день для сопротивления, друг мой. Итак, у нас образец дротиков контроля. Ученые сопротивления их изучат. Скорее всего, с легкостью воспроизведут и начнут производство. А потом вступишь в дело ты. Найди Элизабет Каденс. Она в баре источника. Отнеси ей эти дротики. Они ей срочно нужны. Понимаешь? Да. Осторожно, друг мой. В плохих руках эти дротики – зло. Говорят, тут патрули правительства шныряли неподалеку. Смотри в оба и не подходи к ним. Эй, так держать. Каждая машина бандита — это деньги. Посылка от квасира? Здесь нельзя говорить. Иди за мной. Сюда. В баре небезопасно. Любой посетитель может оказаться шпионом правительства. Наверное, у тебя полно вопросов. Но сейчас не время. Мы с самого начала следим за тобой.
Многие из ребят вроде тебя служат правительству. Поэтому я хотела убедиться в том, что ты не поддался пропаганде Кросса. У тебя действительно хорошая репутация среди поселенцев. Такой способный парень, как ты, может пригодиться нам для очень важного задания. Наш вождь, капитан Маршал, попал в плен и содержится в старой тюрьме. Неизвестно, сколько его там продержат. А у нас сейчас никого нет для выполнения этого задания, кроме тебя. Только ты можешь его освободить. Нельзя допустить, чтобы его перевели в столицу. Это страшный удар по сопротивлению. Итак, вот что мне нужно, странник. Спаси маршала, пока он не исчез навсегда. Ты поможешь нам? Хорошо. Тебе понадобится карта доступа. Я проведу тебя за периметр. Но берегись стражей. С тех пор, как схватили маршала, правительство усилило патрули. Да, и не забывай про дротики, которые дал тебе квасир. Стражи кажутся роботами, но под броней они из плоти и крови. Удачи. Маршал наш лидер. Без него сопротивление распадется. Освободи его. Это позволит найти столь необходимое пространство для новых предприятий. К сожалению, некоторым из вас придется покинуть свои жилые кварталы, поскольку именно за их счет будет расширяться деловая часть города. Будут приняты все меры по обеспечению безопасности. One time, Lusum and I got really drunk, and this bed looks odd, but it's super comfy.